новогодние, предновогодние деньки, я хочу рассказать о уходе за телом и покажу вам два очень прикольных средства, которые согревают зимнюю стужу. Это израильская косметика Канаан, массажное масло ваниль и такой крем на масляной основе манго и персик. Это, кстати, крем для тела. Эти два продукта мне очень понравились, во-первых, своими ароматами, и также свойства у них просто прекрасны. А давайте, пожалуй, начнем с такого массажного масла. Вообще, я не часто уделяю время массажным процедурам, но когда выпадает такая минутка, то я считаю, лучше иметь под рукой качественный натуральный продукт. Я выбрала с ароматом ванили, и хочу сказать, что этот запах оправдал полностью все мои ожидания. Вот знаете, тут не какой-то такой банальный дешевый аромат ванили, то есть это масло не напоминает запах булочек, сладкой выпечки. Также этот аромат никак не ассоциируется с запахом дешевых отдушек, которые в основном используют в геле для душа. Вот знаете, у него такой нежный, можно сказать, мягкий и согревающий теплый аромат ванили. Он не резкий и ни в коем случае не приторный. Когда я наношу это масло на тело, то сразу создается такой разогревающий эффект. И знаете, девчонки, в чем его плюс? В том, что запах держится на коже в течение суток. Вы можете это представить? То есть, если вы, допустим, сделали массаж вечером, то просыпаетесь утром и все равно ощущаете на вашей коже этот прекрасный аромат. В состав этого средства входят минералы и комплекс солей Мертвого моря. Также содержится смесь чистых масел миндаля, авокадо, кунжутного, виноградных косточек и жожоба. И за счет всего этого его можно также использовать для аромапроцедур. Девчонки, в общем, мне это масло очень понравилось. У него объем 250 мл, так что, думаю, хватит его на очень долго. Также в интернет-магазине Parfums я выбрала еще один продукт. Это также марка Канаан, израильская косметика. Это крем для тела на масляной основе, манго и персик. Я выбрала именно этот аромат и очень этому рада, потому что я не прогадала. Вот, девчонки, знаете, аромат, он не сладкий, но он яркий. Да, он такой ярко выраженный. Радует то, что он долгое время остается на коже. Что я слышу? Ну, конечно же, тут слышны ноты персика очень отчетливо. Также все это переплетается с нотками манго. Также слышны ноты какие-то тропические и еще плюс цитрусовые. Да, этот крем идет с какой-то такой вот кислинкой. То есть он абсолютно ненавязчивый и дарит какие-то, ну не знаю, положительные эмоции. Такое впечатление создается, будто мы где-то на отдыхе, на море, на каком-то просто райском острове. Что касательно консистенции этого крема, как уже ясно из названия, он на масляной основе, поэтому консистенция необычная, она очень плотная, но несмотря на это, он очень хорошо распределяется по коже. Кстати, хочу заметить, что маленьким количеством вы не обойдетесь. Чтобы полностью распределить его на все тело, нужно достаточно таки большое количество. Это все из-за того, что крем просто тает на коже. То есть я его наношу, а он настолько быстро впитывается, настолько быстро распределяется, и он вот просто тает буквально за пару секунд. Кстати, никакой липкой, жирной пленочки он абсолютно не оставляет и впитывается за пару минут. И этот крем лучше, конечно же, всего будет наносить сразу после душа. Так полезные вещества, минералы еще глубже проникнут в кожу. Состав у этого крема очень богат. В основном, что я тут увидела, это масло ши, масло авокадо. Также входит экстракт персика, экстракт плодов манго. За счет всего этого крем очень хорошо питает кожу. Вот знаете, он просто безупречно подойдет для сухой кожи, для какой-то огрубевшей. Его также можно использовать не на все тело, а, допустим, на сухие участки, на пяточки, на локти. Он прекрасно будет питать кожу и прекрасно справляется с сухостью. Ну вот и все, на этом я буду заканчивать свое видео. Я вам показала свои средства, которые дарят мне
этой зимой прекрасное такое предновогоднее теплое настроение, которое согревают, которое укутывают, ну просто, не знаю, дарят какую-то атмосферу уюта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас ваши любимые средства, которые вы используете зимой для поднятия настроения. Все ссылочки на сайт Parfums я оставляю под этим видео, также на продукты. Если вас что-то заинтересовало, то можете перейти посмотреть. Кстати, на этом сайте огромное количество косметики, то есть там есть все практически косметические марки, довольно-таки приемлемые цены, хорошие скидки. Если интересно, переходите обязательно под видео по ссылочкам, смотрите. И еще я хочу поблагодарить сайт Parfums за предоставленную косметику на обзор. Всем большое спасибо, всем хорошего настроения, всем пока!